Сегодня во второй половине дня состоится заседание правительства Тульской области. Будет, в частности, рассмотрен вопрос о проекте бюджета региона на 2013 год и период 2014-2015 годов. В числе мер, которые, по мнению Владимира Груздева, должны быть приняты на федеральном уровне, создание эффективной системы стимулирования инвестиционной деятельности субъектов. Праздничная акция «Мама, я тебя люблю», приуроченная ко Дню матери, которая отмечается 25 ноября, стартовала во всех отделениях связи тульского филиала Почты России. За сутки произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в результате которых один человек погиб, а пострадали двое детей. Большинство наездов на пешеходов происходит в темное время суток. Стратегии жилищного строительства в Туле и проблемы незаконного возведения жилья в Ленинском районе станут сегодня темами обсуждения на оперативном совещании правительства области. Тема следующего ток-шоу «Седьмой этаж. Вы за или против чиновников-блогеров?» Приглашаем к обсуждению туликов. Предварительная запись зрителей на съемку по телефону в Туле 350408. В сентябре этого года троллейбусный парк Тулы пополнится двумя современными белорусскими троллейбусами. В ноябре город получит еще 4 таких машины, а в декабре еще столько же. Около 300 подъездов отремонтировано в Туле по муниципальной программе. Приведено в порядок 294 подъезда, 16 балконов, 82 козырька над входами в подъезды жилых домов города. Советник президента Российской Федерации Александр Бедренец ведет сегодня встречу с жителями Тульской области в региональной общественной приемной главы государства. Перечень требований к кандидатам на пост главы администрации Тулы появится завтра на сайте администрации. Об этом сегодня рассказала председатель комиссии по выбору в сети менеджера Юлия Марьясова.